что хочется сказать? Наступил этот прощальный день. День выпуска детей в школу. Мы хорошо готовились, очень старались. Ребята у нас вообще хорошие, позитивные, замечательные. Пригласили родителей, все увидели, какие дети, как они готовы, как они провели этот праздник. Что еще хочется сказать? Хочется всем выпускникам, которые выпускаются в школу, пожелать светлого, доброго пути, удачи, успехов. Родителям поменьше нервов, побольше здоровья и побольше хорошего настроения и позитива. Пусть детки будут замечательными, учатся только на отлично, на четвертых пятерках. Мы старались весь год, готовили детей. Дети у нас умеют читать, писать, считать. В общем-то, все. Все, что нужно было, все, что требуется, мы вложили в эти детей. Всем хороших оценок в учебном новом году, прекрасного летнего отдыха, позитива, настроения. Мы вас любим. Все. Там же.
Сегодня мы праздник небольшой отмечаем, мы школу своих провожаем, Илья. Вот и кончают дошкольное детство. Они на пороге жизни идут. Пусть синие птицы останутся в памяти, первый торжественный бал выпускной. Сейчас я эту песню. Чудес. Чудеса. Прощай, детский сад. Тебя еще будем с любовью вспоминать. Впереди у нас тут.
никогда не станет. Правильно, ребята, никогда не станет. Сейчас песня «До свидания, детский сад». Большие. И сегодня мы их провожаем в школу.
И не только мы, но и те ребята, которые остаются еще в детском саду. Они хотят вам кое-что сказать и кое-что пожелать. Вы же уходите в школу, а они остаются. И вот они для вас приготовили все. Давайте похлопаем все. Солнце, свет и пятка, есть у вас судьба.
Мирославу, пожалуйста. Где Мирослава родители? Дедушка, где Мирослава? Вот. А можно моей маме тоже ставить? Моей маме, Катюша. Конечно. Пожалуйста. Все, ребята, давайте дальше продолжим наш праздник. Хорошо. Итак, послушайте внимательно. В школе вас научим решать разные... разные задачки. Вот и сейчас я буду вам задавать задачу, а вы быстро отвечаете. Но думаете, хорошо? Все, приготовились? Сколько ушей у четырех малышей? Два. У четырех малышей сколько ушей? Восемь. Восемь, правильно, молодец. Так, сколько хвостов у пяти петухов? Пять. Ох, какие молодцы. Кто шагает с сумкой книг утром в школу? Выпускник. Ученик, выпускник. Если все ты будешь знать, то получишь в школе... Пять. Хорошо. А теперь подумайте. Вот представьте, что мама купила 8 шариков. 8 шариков. 3 шарика она подарила Злате. Сколько у мамы осталось шариков? 3. Думаете, 8 шариков было? 3 шарика она подарила. 5. Правильно, молодцы. А давайте посчитаем десятками за старт. Быстро все вместе. 6. Какие вы молодцы. А назовите мне дни недели, быстро. Понедельник, молодцы, оказывается, вы тоже много научились и много знаете. А давайте мы сейчас посмотрим, какие отметки вы будете получать в школе. Вы знаете, какие в школе бывают отметки? Да. Вот у нас здесь есть волшебные цифры, ребята. Волшебные цифры. Видите их тут-то? Много. Наверное, все они по-своему отметки. Итак, вот сюда кладу цифры. Так, выходит Злата, да, Анстар, Оскар, Мирослав, Алиса, Лера. Так, там Шолпан, Рома, Шамиль, так, Рамазан. Так, сколько нас? Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выходи, Рамазан. Не хочешь, Женя, выходи. Так, давайте, а мы считаемся. Б, Е, Т, Ур. Выбирайте оценки, быстро, быстро, быстро. И поворачивайтесь к родителям, поднимайте руки. Кто какие оценки будет получать? Так, давай, Шамиль, говори. 10. Вот такая есть оценка. А скажи, отвори, пенсерку. А кто-то даже единицу, по-моему, да? Кому там досталась единица? О, двойка. Ну, ничего не давай. Да, девятка. Ну, вот видите, оказывается. 7, 8. Четверка, тройка. Ну, это, ребята, это только игра. Это ни о чем не говорит. Давайте быстрее ко мне. Сюда, эти. Оценки. У кого пиксель? А у тебя что? Пятерка. Пятерка? Пятерка. Наверное, ребят, когда вы пойдете в школу, ваши знания будут оцениваться по 10-бальной системе. Садитесь. Молодцы. Вы хорошо знаете, да? Что когда ребенок идет в школу, он берет с собой что? Что берет? Что это? Следующая игра называется «Собери портфель». Сейчас выходят два ребенка. Вот здесь у вас лежат разные-разные принадлежности. Пойдешь, поиграй, все поиграют. Разные принадлежности. Значит, выходят сначала выпускники. Будем обижаться, да? Выходи, там шел панышами. Держись. Почему? Так. А мы с вами посчитаем. Раз, два, три. Пожалуйста, быстро, быстро, быстро. Раз. Нет? Она не столько стоит. На переменке поиграешь. Она не столько стоит. На переменке поиграешь.
Так что возьмет с собой Таншу Пан. Карандаши нужны? Да. Ручки? Да. Краски? Да. Жень, сядь, пожалуйста. Так еще карандаши, вот тут полагаются. Тетрадки нужны? Да. Кисточки? Да. Все правильно собрала? Молодец. Так, теперь посмотрим, что же у нас мальчики набрали. Садись, умница, садись. Так. Фломастеры. Учебники. Ну, это надо поиграть же до перемене, правильно? Тоже не ошибся. Так. Ручки нужно? Да. Тоже поиграем, самолетик покатаем. Так. Динозаврика поиграем. Так. Кисточки нужно? Да. Ага. Чебурашку? Друг любимая игрушка. Учебники? Да. Так. Краски? Тетрадки? Опыт? Динозаврик? Крейн? Молодец, запасами все взял. И машинки прихватил, все, хорошо. Молодец. Так, давайте следующий, Рома, выходи. Оскарик, взять. Берите портфели. Так, считаем, ребята. Раз, два, три. Собирайте. Так. Родители могут продолжать. Молодец. И ты тоже молодец. Ничего лишнего.
все то, что нужно. Краски, кисточки, ручки. Молодцы, ребята. Хорошо, поиграли замечательно. Выходи, Алисочка, стихотворение. Так. Я доверительный ответ на любимый дневника. Если враг приходит с тройкой, раздается три звонка. Если он приходит с двойкой, слышу я издалека, раздается два коротких нерешительных звонка. Ну а если у нас в квартире начинается три звон, то пять или четыре получил сегодня он. Ну а если единица, он тихонько в дверь стучится. Молодец. Алисечка.
Мишка, а вы помните, Олесь Михайлович? Как нас учили заставлять стихи? Я училась стихи закрытыми глазами. Спросите, почему? Почему? А почему, Олесь? Точно, как воспитательница случится. Боишься? Дорогие наши воспитатели, мы вас очень любим, ценим и уважаем. На занятиях мы вас внимательно слушаем. Некоторые ваши фразы выучить наизусть. Например, Вера, какие фразы? Вера, какие фразы вы учили наизусть? И где? И где ваши чешки? И где ваши чешки? Так, Женя, какие фразы? Все, что я... Я говорю. Говорю я. Проходит. Проходит мимо ушей. Мимо ушей, точно. Ами. Сколько можно? Сколько можно говорить в нашей группе, это все. Так, правильно. Рамазан. Раз я говорю. Все молчат. Так, что вы пожелаете, Рома? Счастья. Счастья. Оскар, здоровья. Мирослав. Влад. Хорошего наслоения. Алиса. Послушных воспитанников. Рассали. Ответственных родителей. Женя, и еще раз все вместе. С наступившими пусты. Хорошо. Итак, сейчас наша девочка Мари исполнит сонную песню. Песня о воспитателе Смольнического казино. Наша маленькая звездочка. Спасибо.
Алиса и Шамиль, выходите. Алиса, Шамиль. Рядышком вставайте. Начинай, Алиса. Оглянись. Оглянись-ка ли вокруг, ведь с тобой рядом вдруг будет звучать волшебный вальс, танцион закружит нас. Настает последняя минута, прошу вас, не забывайте нас. С вами вас, гоститка, чипута. Наш последний, наш прощальный вальс. Так, ребята, вставайте на вальс. Ну не хочешь парень никак не сидеть? Иди, что ты иди, хотя бы вальс. Мирослав, иди. Ансель, оскорим. Все, все пары есть. Ну вот одна пара сидит. Идем, идем, давай. Можно на ярость? Я тут сразу танцую, тут большой. Давай. Иди, Жень. Получится у тебя? Иди, Жень. Женя может быть? Ладно, ну иди, давай.
молодцы у нас, прям замечательные выручалки. Дорогие наши ребята, наступил наш прощальный час. Слезы радости и грусти на глазах блестят у нас. Пора вам, дети, собираться и добрый путь вам проживать. А не хотите на прощение нам что-нибудь еще сказать? Мари. Наш детский садик, до свидания. Наш детский садик, до свидания. Пришла пора с тобой расстаться. И разреши нам на прощание большой любви тебе признаться. Сегодня мы от всех ребят спасибо дружно говорим тебе, любимый детский сад, и всем сотрудникам твоим. Помогал воспитать меня. Будем часто вам вспоминать. И надеюсь, ваши мне просто здесь в чем все отдавали. Ой, спасибо. Так, Арсений. А зачем же наши благодарности всех детей за то, что дом наш детский сад год от года все светит? Замечательно. Рома. Наш милый садик, где ж мы через гости других ребят, немного вспоминаем наших бывших дошколят. Сотрудники нашего детского сада, чудо и любящие вас без воды, примите, пожалуйста, эту награду, наши улыбки и эти цветы. И цветы. Так, вот, ребята, и дорогие родители, подошел, ну, такой замечательный праздник, и вот он подошел к концу, хотелось бы вам всех пожелать крепкого здоровья, поменьше нервов, побольше вам внимания к вашим детям, чтобы вы относились к ним. Ну, не так, как что муж трое с чем-то, пусть это будет ваша любовь и ваши отношения, и все. И я хочу от себя пожелать, чтобы вам встретили замечательные педагоги на вашем пути, чтобы они вложили в ваших детей в начальной ступени то, что они должны получить в дальнейшем в школе. Я думаю, все у вас сложится хорошо и замечательно. Еще раз поздравляю вас. И сейчас, Тулаим Шахметовна, пожалуйста, позовите. Мы нашим ребятам приготовили дипломы, альбомы и выпускникам медали. Наша заведующая Тулаим Шахметовна, пожалуйста. Два слова скажите нам тоже. Поздравляю вас и ваших детей с окончанием нашего садика. Вам добрый путь в школу. Наш садик не забыли, воспитатели тем более. Мы выпускаем Сорокина Мирослава. Так, Сорокин Мирослав. Так. Иди сюда, Мирослав. Мирослав. Поздравляем тебя. Иди сюда поближе, подойди ко мне. Сюда. Держи вот это. И медаль. Иди сюда. Вот так. Это наш выпускник Сорокин Мирослав. Держи вот это. Держи вот так. Держи вот так. И давай фотографируй. Нет, сюда держи. Нет, держи вот так. Так, держи крепко. Держи и будем фотографировать. Давайте. Фотографировали родители? Все, можешь садиться. Так, дальше. Теперь можешь садиться. Садись, Мирослав. Так, Трубин Алиса. 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 Поздравляю окончанием детский сад. Держи свою грамоту, диплом. Так, включаем. Ты медалистка нашего детского сада. Да. И фотографию. Так же держи, вот так держи. Начинаем фотографировать тебя. Так. Хлопаем, ребята, и разищите. Набег вас там. Оскар. Оскар, иди сюда. Так, стой тут. Поздравляю тебя. Закончали детский сад. Держи свой диплом. Держи. Иди сюда, иди сюда. Оскар, медаль. Так, теперь держи, держи, держи. Тебя будем фотографировать. Не спеши. Нет. Нормально, держи вот так. Держи вот так. Мама сфотографирует держи, тебя. Держи, голову подними вот так. Вот, теперь фотографирую тебя. Обляжем там шелпан. Так, обелегим там шелпан, пожалуйста. Держи грамоту диплом свою. Винетку. И медаль. Медаль с грамотой здесь. Держи. Держи вот так. Так, Гусева.
спасибо, Злата. Златочка. Злата, дай мне ручку свою. Держи свой телефон. Вот туда стой. Два. Вот он уже. Маришка такая крохотная пришла сюда в детский сад, да все пришли крохоты, а сейчас уже видите, какие взрослые все ребята. Аста, Рамазан. Рамазан, выходи. О, давай. Алечка, все? Выпускник наш. Дай руку. Поздравляю тебя. Ты тоже закончил детский сад? Ой, он не только закончил, он уже в школу поступил. Давай, Ансар. Тоже пришел крохотный. Сколько ему было? Спасибо. 2 годика. А представляешь, какой стал парень? Все знающий. Все, можешь садиться. Обидчика, Рома. Рома. Старейшую Валерия. Лера. Валерия. Шами, наш бессменный дежурный, замечательный заместитель воспитателя. Дубцова Марина! Мариночка, возьми. Ну вот и все, по традиции. Ребята, давайте тихо спокойно. Так, ребята. Дети. Алиса, не молитесь. По традиции вообще выпускаются воздушные шары, но мы этого делать не будем, так как это сейчас запрещено и не разрешено. Спасибо вам огромное за то, что вы помогали все эти годы вашим детям становиться большими хорошими личностями. Всем светлой дороги, счастливого пути, хорошего настроения, добрый путь! Мы старались как могли. Страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна, там, где всегда весна.